Я не понимала, что дальше. У меня были проблемы со здоровьем. У меня, собственно, закончились все деньги. Похвастаться историей успеха может каждый, а вот признаться в провале – единицы. Второй форум бизнес-провалов «Факап» как раз об этом. Какие фиаско потерпели известные предприниматели, а главное, как их преодолели и к чему пришли в итоге. Сейчас люди уже не боятся заявлять о том, что они где-то облажались. Ошибка – это нормально. Ошибка – это определенный опыт. И люди готовы делиться своим опытом, в том числе и негативным. Кстати, кто-то из них считает, что вся наша жизнь – «Факап». Я благодарен всем своим факапам, которые были в моей жизни, вот, и которые были созданы моими родителями, и которые я создал себе сам. Вот, но я их все преодолел, и все они научили меня делать то, что я сделал сегодня. Мне важен вопрос услышать об организации тех или иных мероприятий. То есть паломническое путешествие – это тоже организация. Транспорт, народ – все это надо организовывать. Понравились спикеры женщины, такие как Маша Доценко, которая маленькая женщина, которая рассказывала о том, как она преодолевает трудности и как она пришла к успеху. «Факап» – это история об успехе через неудачу и большой опыт для барнаульских стартаперов и бизнесменов, которые пришли на форум. Ведь учиться лучше на чужих ошибках.